Всем привет! Меня зовут Александр Райков, и вы на моем канале. Мы сегодня будем смотреть новый клип. Давно меня не было, но это не значит, что я куда-то пропал. Просто были какие-то дела, были какие-то мысли, и вот теперь у меня появилась возможность вновь творить и выкладывать для вас мои видеореакции. Я не сидел без дела, у меня все это время копились новые клипы, которые я хотел посмотреть вместе с вами. Сегодня у нас тестовая видеореакция, я нахожусь в прямом эфире у себя на стриме, и мы будем прямо сейчас смотреть этот клип. Сегодня у нас Make Them Suffer, Oscillator. Если вы не знаете, что такое осциллятор, сами прочитайте. Я прочитал, мне хватило, прокачался. Сразу же ставлю лайк, потому что мы знаем, что Make Them Suffer делают качественную музыку. Ну и, соответственно, наверное, погнали смотреть, да? Самое главное это что? Не забывайте подписываться, ставить лайки и оставлять свои комментарии. Погнали! Мне нравится, как гитарист двигается. У него свой уникальный стиль. Но очень такой кочевый, грубовый получается у нас. Риф. О! Прям настолько они ушли в электронщину. Не, ну вот тут я узнаю то, что это Make Them Suffer, они прям похожи на себя максимально. По стилю, звук гитары, рифы, все это узнается. Yeah! Это прекрасный момент. Меня там видно хоть? Да? Видно? Алло. Кач. А я знал, что так будет. Не, прикольный трек. Прикольный. Интересный. Мне нравится. Что, какой-то бридж у нас будет сейчас? Не, классный у него вокал, мне прям нравится. Он идеально подходит для этой группы. Все? No!
Я хотел большего. Я ожидал большего. Ну, в смысле, мне хотелось, чтобы трек продолжался. Прикольный трек. Мне прям понравился. Очень энергичный. В стиле Make Them Suffer. Они, как я и говорил ранее, делают только качественно. Ну, я еще не слышал ни одного их такого себе трека. Все максимально энергично, с посылом, с напором, с грувом. Прям, вот, я не знаю, прям крышу сносит. Очень круто. Опять это переплетение чистого вокала с экстремальным. Невероятно, невероятно. Выпустили этот трек, ну сколько, клип точнее, выпустили 2 месяца назад. Более 500 000 просмотров. И я теперь понимаю, почему. Ссылочку на ребят я оставлю в описании. Переходите, смотрите, наслаждайтесь. Я повторюсь, да, не забывайте все-таки подписаться, поставить лайки и что там, оставить комментарии, да. Как вам вообще вот этот трек, понравился, не понравился? Можете написать, нравится вам текущая вокалистка или вам больше нравится предыдущая вокалистка, да, то есть как бы вот. Можно развести в комментариях, да. Вот, всех люблю, всех целую. Всем пока.